Несмотря на запрет продажи алкоголя после 7 вечера, некоторые магазины Екатеринбурга продолжают торговать спиртным. В этом убедились активисты народного контроля. Они провели рейд по торговым точкам. Вместе с ними был Михаил Икунин. В этом магазине на улице Волгоградской, по словам местных жителей, торговля пенными напитками идет бойко, особенно в вечернее время. Вот и сегодня продавец без лишних вопросов продает тайному покупателю алкоголь. Общественники решают провести с мужчиной профилактическую беседу и напомнить про указ губернатора, согласно которому продажа спиртного после 7 вечера запрещена. Слышали про вот такой указ? Да, я сам. А? Сам. Ну, слышали, что на территории Свердловской области введены ограничения временные? Продавец уверяет, больше подобного не повторится и сразу в присутствии активистов и журналистов закрывает магазин. А это другая торговая точка. Полки витрины ломятся от обилия спиртных напитков. Предупреждающие надписи на стеллажах о запрете продажи алкоголя не остановили девушку за прилавком, и она также продала пиво. Снимайте меня, я больше не буду. Перед входом в этот алкомаркет многолюдно. Общественники пробуют купить спиртное, но им отказывают. Вы торгуете алкоголем? Указ губернатора слышали о таком? Да и покупатели подтверждают, в этой торговой точке алкоголь не купить, а на улице они стоят, чтобы не создавать очереди в магазине. Че, парни, это продает? Пиво-то не продает? Не в курсе, не пьяный. Не, просто спросили, как бы продают. Вроде нет. Ревизоры уверяют, что предпринимателей, нарушающих постановление губернатора, становится все меньше. В основном это мелкие магазины. Мы сегодня наблюдаем, что крупные сети, крупные алкогольные магазины, они, конечно, подстроились под новый указ губернатора, под временные правила и ограничили продажу. Хоть и многие магазины алкогольные работают до 10 до 11, но алкоголь не продают. С такими проверками представители народного контроля планируют пройти по всем магазинам Екатеринбурга. Пока без полицейских. Но если нарушения будут выявлены повторно, тогда с нерадивыми продавцами встретятся сотрудники правоохранительных органов. Михаил Якунин и Алексей Голицын. События. ОТВ.